Привет! За последнюю неделю я получил огромное количество вопросов, что мне нужно купить для того, чтобы начать делать P90X дома. Отвечаю! Прежде всего, надо купить P90X. Вот в такой коробке к вам приедет 12 дисков. 12 разных тренировок. Каждая тренировка занимает примерно около часа. Кроме P90X, вам понадобится перекладина. Вот такую простую перекладину можно купить где-то порядка $15. Она стоит. Я ее купил в аптеке Walgreens. Если вы не хотите тратить деньги на гантели, вы можете купить себе вот такой вот эластичный эспандер, который можно использовать для того, чтобы создавать себе дополнительное усилие во время тренировок. Ну и, наконец, я себе приобрел вот такие так называемые push-up bars. Они работают очень интересным образом. Они позволяют вам снять усилие и перераспределить усилие с ваших запястий. И в то же время, когда вы отжимаетесь, они добавляют дополнительные вращения в плечевом суставе, позволяя вам проработать мышцы груди намного более качественно. Ну вот, пожалуй, и все. За все про все, я думаю, можно заплатить порядка $60-70, и у вас будет полностью все необходимое для того, чтобы делать P90X. Спасибо, до свидания.